В общем, здесь, говорит, задымление. Сейчас будем смотреть, выяснять и информировать. Короче, друзья, видео с места события, редукторный поселок Габитова, 16А. Три пожарные машины. Сейчас узнаем, что здесь стало. Чё, брат? Чё стало, брат? Там задымление. А на каком этаже? В том доме, да? Сейчас точно 57. В общем, вот наши братья пришли. Как всегда, помогают, делают. Машала. Короче, ведем вам репортаж с места событий. Что, братья, есть? Пока что-то тихо. Седьмой этаж сказали, да? Салам алейкум. Салам алейкум. Короче, пока ищем, ищем. Нету ничего, да? На уровне 6-7 этажа Лаптива 57В, но я ничего не наблюдаю здесь. Ну вы оперативно, машалла, красавцы, братья, красавцы. Наша работа, брат. Да. Нариман Махмудович, обязательно министру передам и поблагодарю вас всех. Потом фамилию возьму я. Мы производим разведку, пока ничего не наблюдаем. Все. В пределах видимости. Все, машалла, машалла. Съемка, съемка, братья. Надо найти место, где гар идет. Вот три машины здесь. Машалла, ребята оперативно здесь сработали. Вот. Сейчас. В общем, такое оборудование тоже у нашего брата здесь. Что, получается ложное, что ли, я не понимаю. Так получается. Как дела? Сейчас вот смотрим, проверяем, как, что. Заходим, смотрим. Он сказал, заявитель вот здесь. Не было? Не было. Красавцы. Вот красавцы наши братья, мужчины. Ва-алейкум ассалам. Ва-алейкум ассалам. Тигры. Нариман Махмудович, так что вот такие гиганты у вас. Вот Руслан тоже здесь, все здесь. Там есть запах, да? Есть запах сайда там, да, точно? А, да? Ну давай, может, туда пойдем посмотрим, или что? Руслан! Там, говорит, в третьем подъезде, говорит, был запах, вот, говорит, девушка. Сейчас зайдем, здесь будем смотреть. Третий подъезд. Вот здесь запах чувствуется реально, нет? Или это, или от этой машины это? Есть, да, запах? Есть запах, да. Во-во-во,
Вот же запах здесь конкретный. Оба-ба. Конкретный запах здесь. Вот здесь труба, вот она. Вот труба, вот труба. Вау. Какой сказали, 6-7, да? Нету. А там внизу же чувствовался запах. Внизу был запах. В общем, поднялись на 7-8 этаж. Там тоже ничего не нашли. Ну реально, вот здесь. На втором этаже, вот здесь, отсюда, проверить, вот так есть запах газа. Сюда надо газовиков отправить тогда, брат. Буду, да? Да, их надо отправить. Все тогда. В общем, здесь тоже нету. Соседи вышли, все вышли здесь в этом доме. Вот такая вот суета, короче. В общем, друзья, ничего не нашли. Единственное, спасибо ребятам надо сказать и отправить их обратно. Чтобы у них меньше работы было, честно говоря. Дай Аллах. Вот, ребята, круг вокруг дома тут сделали. Что, есть что, да? Сейчас оттуда посмотрю еще. А, давай. Вроде бы круг сделали. Сейчас. Эй, здесь стойте. Давай, ушли быстро. Здесь стойте. Вот все ушли. Не-не-не, нету, они проверяют опять. Что, я зря тренировался, что ли? Я их нагоню. Вот так. Эй, дети, я вам сказал быстро во двор. Все. Что здесь? Дети тоже, им же любопытно все. Какой этаж? А, это, видимо, в другом доме. Вот, в другом доме, видимо. Вот здесь еще что-то комментирует. С той стороны. Подъезд какой у вас? Третий. Третий, это четвертый, да, получается, да? Да. Угловой там, угловой весь. В общем, здесь тоже все проверили в этом доме. Эй, братья, вам баркало, братья, от души. Давайте, от души. Давайте, удачи. Баркало вам, братья, от души. Алексалам. Алексалам. Короче, вот здесь все собрались, ничего не нашли. Вот так провожаем, да, наших братьев, гигантов. Машалла. Честно говоря, вот просто так получается. Вызвали ребят. А один вызов, я думаю, я представляю, какой дорогой этот вызов тоже. И этой соседке я говорю, а что вы, говорю, сами не вышли, не посмотрели, говорю, не зашли к соседям. А зачем, говорит, нам заходить, говорит. Она вообще, говорит, а я, говорит, посмотрите, как одета. Мне, говорит, что переодеваться, что ли, говорит. Вот такие, короче, тоже люди бывают. А зато вызвали, в принципе, ничего там и не было, ни пожара не было. Говорит, запах, говорит, почувствовали. Ну, зашли к соседям, сказали бы, от вас запах. Давайте, удачи, удачи. Короче, как-то так, да?